Расположенная ближе к Вене, чем к Дубровнику, хорватская столица Загреб ближе по духу к центральной, чем к восточной Европе. Каждый год исторический центр Загреба привлекает все больше и больше туристов. А всего в нескольких шагах от исторических достопримечательностей можно увидеть современный, инновационный и экологичный общественный транспорт. Плотная рельсовая сеть обеспечивает маршруты для 191 трамвая, который перевозит 200 миллионов человек ежегодно. Это более полумиллиона человек ежедневно. Кроме того, в пределах центра города проезд бесплатный. Самые современные трамваи производятся в Загребе компанией Concher Electric Vehicles. Их трамваи привлекли внимание других европейских городов, например, Хельсинки и Софии. Для их систем общественного транспорта компания Concher предложила модель трамваев ТМК-2200. Ja sam Igor Jagodić, direktor proizvodnje u Končar električnim vozilima, ujedno i član uprave. Mi u ovoj tvornici imamo dugu tradiciju proizvodnje lokomotiva, tramvaja i sada najnovije vlakova. Proizvodimo ih naravno uvijek uz vrhunsku kvalitetu, po zahtjevima kupca, uz naravno vlastiti razvoj i pri tome naravno dajemo vrhunske znači da možemo dati vrhunske rezultate s time da naravno da bi to taj rezultat postigli moramo imati vrhunske partnere uz nas. Jedan od takvih partnera je i Loctite, s kojim imamo u zadnje vrijeme intenzivnu suradnju, pogotovo u zadnjih 5 godina, kada radimo i najnoviji znači, proizvod na tramvajskom programu tramvaj TMK-2200. Срок службы трамваев Кончер должен составлять 35 лет. На ремонт и техническое обслуживание каждого трамвая отводится всего 5% времени. Таких выдающихся показателей можно достичь только за счет использования в технологическом процессе самых надежных компонентов и продуктов. Таких, как клеи Loctite. Зовем се Горан Фулир и у Хенкелу радим как продайный инженер за Loctite производы. Evo, nalazimo se u novom niskopodnom tramvaju, Končarevom proizvodu koji je razvijen u zadnjih nekoliko godina, djelomično i uz pomoć Loctite proizvoda. Sa inženjerima, tehnolozima unutar Končara svakodnevno sudjelujem u razvoju proizvoda, u samoj proizvodnji i kasnije u primjeni proizvoda u održavanju. Колеса трамвая должны выдерживать массу до 60 тонн. Каждая деталь таких колес должна быть закреплена надежно и безопасно в надлежащем положении. Отказ любой из них абсолютно недопустим. Для очистки деталей используется Loctite 7063. Для фиксации шести шпилек, закрепляемых на корпусе редуктора, используется резьбовой фиксатор средней прочности Loctite 243. Эти шпильки имеют важную функцию – надежно крепить качающийся рычаг к редуктору. Крепление большого колеса трамвая – точная процедура, требующая учитывать множество факторов. Сперва 12 болтов, монтируемых по радиусу колеса, очищаются с помощью состава Loctite 7063. Затем на их резьбу наносится Loctite 243, после чего болты затягиваются, позволяя надежно удерживать колесо в заданном положении. На завершающем этапе сборки колеса фиксируются болты провода заземления. Каждое колесо состоит из трех частей. Внутренняя часть сделана из резины, поскольку этот материал является электрическим изолятором. Таким образом, для заземления трамвая необходим проволочный шунт. Это крайне важный технический элемент, от которого зависит безопасность людей. Высокопрочный резьбовой фиксатор 2701 обеспечивает максимальную виброустойчивость болтов из нержавеющей стали.
По завершении установки всех указанных элементов на двухосной тележке шасси трамвая с помощью больших болтов фиксируются 4 редуктора. Теперь тележка шасси готова к установке на трамвай, после которой трамвай может быть выпущен в эксплуатацию. Работа сделана.